там сложное место. Я перепутал его. Сложное вот здесь. Гелик. Ну тут непросто, я вам скажу. Тут непросто. Не удалось. Ого! Не-не, там по лайту есть объезд. Для кроссоверов объезд есть. А что ты без блокировок, да? Бережет, что. Это колесо не крутилось. Как он? Привет. Михалыч, отходи, Михалыч. Отходи, он тебя утопит. По лайту пошел. Давай, давай, давай. Машина дорогая, надо беречь. Интересно, как тут УАЗы будут ехать. Ну, прошел. Там дальше еще непростое место. Ого! Да! Не знаю я. Так, Макс едет. Витя исчез где-то. Непонятно. Или стоит сзади, не видно его. Так, решили меня задавить вдвоем. Самурай по-суровому пошел. Чуть-чуть, чуть-чуть. Хорош, хорош, хорош. Макс технично, очень уверенно. Стой, чуть-чуть назад, чуть-чуть. Все. Еще. Хорош! Кокс. Стоп. Тут жестко уже дальше. Дальше жестко. Леня не продолжает борьбу. Макс пробует технично проехать по льдинам. По-правильному. Бочком. Леня выехал все-таки. Леня! А я! Все, ты тут остаешься. Штурман наш забыл, вернись. А Макс, Макс проехал красиво. Кост, ты понял, а я проехал. Так и Макс проехал. Где он проехал? А вон перед тобой. Где он проехал? С какой стороны? С любой. Там, где Геленваген чуть не застрял, он проехал. Так, ну что. 37-й Трипадор. Это рейд нормальный. Но это зря. А может и нет. Блин, вот это жесткий пилот. Просто что-то на сиденье. Показал, кто настоящий внедорожник. Нива. Нива в объезд. Кричи в рацию, поехали. А где все? Поехали. А, они вон уже все, да? Да, пошли. Михалыч четко идет по маршруту. Михалыч, выбирай траекторию. Ветками не поцарапайся. Витя пошел, говорит, что я не допущу, чтобы бренд УАЗ унизили в какой-то луже. Так, ну идем смотреть на экшен.
Так, УАЗ отставший. Красиво идет. Да не, это лайт уже, пацаны. Это лайт уже. Раскатали, да? Да, круто прошел. Витя перепутал старт с финишем, поехал переезжать. Слышишь? Не, ну ты жестко дал. Слышишь, что у тебя спереди за привода, редуктор? Обычно, все стандартно. Да все не, ну так не бывает. Это все 100. Оно обычно как ломается. Стоковая. Оно ломается обычно. Ну, бывает. Не усиленное, ничего обычного. За 3 года один раз было. А так вообще все стоковое. Короче, Pajero 2 лучше внедорожник, я смотрю. За счет автомата, видно, нет ударов, да, получается? Ну, автомат включил, да поехал. Мягкая. Ну да. Дозировка нагрузки. Чуть не проехал. Так, Витя. Закрыли Витю. Блоки сломались? Они сломались, но не работают. Не включают, а там самые принудительные? Не, я 2 заглушки поставил. А, 2 заглушки. А попробуй рулем влево-вправо. Я ему говорю, попробуй влево руль. Вытащи эту гину руками. Блокировка не работает. Или ногами. Во. А теперь попробуй чуть вперед. Сейчас, стой. Стой. Давай чуть сюда. Влево. Давай. С ходом, с колесами. Помогай колесами. Задняя блокировка и межосевая не работает. Межосевую. Что-то не включено. А зад работает? Ну, вся правая сторона, левая не работает. Разматывай лебедку. Не проблема разматать лебедку. Да, лед сантиметров 20 после 20 градусных морозов. Ну, чуть меньше может, да? Местами по-разному. Реально высота, да. Толщина льда. Блин, прикинь, где-то упереться машиной, да? Жестяк. Можно выжить вообще все. Хорош! Влево руль чуть-чуть. Да это жесть вообще. Это мне, короче, повезло. На этом месте мог быть я. Да, Витя только не говорит. Да он онлайн смотрит, наверное. Показывайте Витя. Сейчас назад поедет. Пацаны, вы далеко не уезжайте сейчас. Да, Витя едет далеко. Можете развернуться пока. Пока, не-не-не, динамкой. Да лучше развернуться, наверное. Динамкой во льду опасно. Витя, говорят, лед не показывайте. Не, ну тут жесть реальная. Ставим ставки. Доедет сюда Витя? Ну, блин, не знаю. Он резкий очень. Смотри, как ставь, поедет. Протяни, да? Чуть-чуть, если дождь метр. Да, проедь метров 20. Согнет ли Витя эту самую? Кузов? Раму? Рулевую тягу. А потом уже. Выезжай! Потом. Выезжай. Какие еще ставки? Порвет ли раздатку, да? Порвется ли сам, да? Сам не порвется, Витя сам... не порвать. Витю не порвать. Витя надо выйти сейчас будет. Давай. УАЗик. Ну и Сантика. Не, смотри, он молодец. Ёлки-палки. А как шел?
Пошли подтолкнем, может. Они раскачиваются. Подожди, не мешайте им, не мешайте. Тиктокеры. Тиктокеры в УАЗе. Я ж тоже снимал, ты перекрыл все. Ну, блин, жесткий. Вот так вот. Давай струю, Витя! Там, чтобы рюкзак мой не укачало. Лёд надо убрать. Витя надо убрать. Потяните чуть-чуть. Давай назад мы толкнём. Не газуй в натяжку, чтобы не обрызгать. Мы толкнём назад. Давай мы назад. Да, чуть-чуть назад. А ну кто? Да, подожди, льдину её сейчас уберём. Уберите с под колёс. С той стороны. Блин, чуть не проехал. Всё-таки. Да понял, не проехал, потому что вторая выбила. А, из-за этого да, проблемы? Остановились, я уже там маршрут. Что-то ты бледный какой-то. Да я смотрю, что анализирую, что нужно забирать. Да все, поза, да, дошли. Это зрелище не для слабонервных. Вперед, попытка почти удается. Попробуй колесо отправить. Пробил колесо, елки-палки. Как пробил колесо? Надо что-то посмотреть. Ну смотри, когда трогаете, пробуй немножко притормаживать, чтобы 4 колеса притормаживали. Сейчас когда будет хватать. Когда будет зайти блокироваться. Да, да. Давай попробуй. Сейчас травимся и едем. Ну, можно цепить сейчас назад. Автоматическая травка. Сзади подоспел братуха. Что ты хочешь? Ты хочешь форсировать мотор? А, аккумулятор нажал на газ. Капиталку. Аккумулятор на газ нажал? На газ нажал, он газует. Я говорю, это экшен. Аккумулятор нажал на газ. А запаска есть? Нет, она уже стоит. И на подсос нажал. Тебе кто-то губу прокусил, ты видел? Кто-то губу тебе прокусил. Это я на нервах же. Серега, а ну выключи скоростя, заведи автомобиль, у меня что-то отпало. Это подсос. Это подсос. Не подсос. Они уже поехали, вы поехали. Они поехали. Смотрите, это экшен нормальный. Витя будет теперь держать там, сидеть и держать аккумулятор все время. Это жестя. Держи капот, чтобы по голове ему не ударило. Чтоб капотом Витю не убило, главное. Витя, надо выйти.
Лебедой пусть тянет, скажи ему. Макс, скажи, чтобы лебедой тянул. Вот такой экшен у нас сегодня. Все, спасен. Жестко он с этой машиной, да, вообще? Не, ну это же не Toyota Solara, тут можно прикладывать к ней усилия. Ну скажи честно, рейд тебе понравился или нет? Тебе прям честно? Ладно, лучше не говори, я все понял. Рейд понравился, если бы не так быстро, было бы вообще шикарно. Как-то с такими вот паузами небольшими. Ох, ёханый бабай, посмотри, какую льдину он выбил. Так можно и сломать машину, блин. А машина-то неплохая была, блин. А, это хозяин пилот. Очень жесткий. Чуть не проехал. Ну, шансы есть. Назад чуть-чуть, попробуй назад чуть-чуть. Есть. Проехал, красавчик. Посмотрите, что там, лебеда? Блин, ну там так шандарахнуло об одну льдину, тут ну тяги целая, слава богу, повезло. Повезло. Поехали. Ни хрена себе, какие люди подъезжают, вы видели? Я помню, у него была Нива, потом такой гранчероки, старый, ну, зеленый. Ладно, а что ты не кричишь, давай пожрём. Поехали, Михалыч, блин, поехали быстрее, чё мы стоим? Да? Жрать паштет. Паштет я взял, но он в бэхе забыл кулек. Слышишь, видел реклама такая, аварийное вскрытие. Видел, такие цветные машины ездят по Киеву? 2-2-2. Да, да. Так что вот человек мог спокойно открыть сейчас.